Даешь приключения? Пойдем. Плохая идея, кажется. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Что это? Уебок! Что за что ты меня забайтишь? Лонг. Бля. Ссаные коробочки. Трое! Трое, трое, лонг! Помогите, помогите, халпаните. Хорош. Я не даже... Вот, сзади, рампа, сзади. Рампа. Хорош. Что я Еще. Делаю? Что я Хорош. Делаю? Давай! Хорошо попало, хорошо залетело. Ну флешечка отработала, видела? Мне тоже. Да ебать. Ну что ж так обидно-то? Ну как же так сыграть так, чтобы это получилось? Подсоберись. И я подсобрался. Подсобрался. Взял, обдуманно головой, посчитал деньги, купил эмку, бронежилет, флешку. А. Я купил на все амбу. Да вы пиздец. 5 в 2. 5 в 2. Я поднапрягся. Подожди. От минуса сыграем. От твоего или от моего, надеюсь. А. Слушай, я... Наверное, совпадение просто. Подожди. Нашу папу. Подожди. Твой, ты. Синдебокс. Да нет, смысл совпадения. Не, я его маму не... Вот я-то напомнил эту песню «Подождем нашу маму». Пиздец, подождем, подожди, старая. подожди. А, ты пытаешься выиграть? Я еще играю. Надо подержать выкатку, надо как-то подержать. Только не звони в Steam. Я не знаю пока как. Сейчас придумаю, подожди. Знаю, громкой песней. Хорош, спасибо. Это игра, это песня моей победы. Ну что, скажи что-нибудь для потомков. Этот момент явно войдет в историю моего видеоканала. Жизнь одна, проживи ее, правильно. Короче, знаешь, что мы сделаем с тобой? Мы возьмем, оставим все дома, пойдем в приключения. И будем выживать. И кто первый сдохнет, тот... Тут очевидно дно Майнкрафта, Сильвер в Майнкрафте. А кто пройдет Майнкрафт, тот Глобал. И я придумал название. Ну что, даешь приключения? Просто вперед. Пойдем. Поехали. А мы будем раздельно выживать или вместе? Это выживание день один. Ну будем вместе стараться выживать. Если что, не помогать друг другу, так сказать. Давай. Я надеюсь, что наше путешествие будет долгим. Я хочу сделать кругосветку, прям дойти до твоего дома. Так, пауки еще пока добрые, хорошо. Слушай, неплохо. Нормально, все в порядке. Надо 3 овцы там, для кровати. 3 овцы. Понятно, у меня тоже нет. У меня тоже ни хрена нет. Поэтому поход продолжается. Это первый ночной наш поход. Поход продолжается. Ладно, я спускаюсь тогда за овцой, получается. Аккуратно, главное повернуть здесь. Ой, тут такие странные вещи происходят. Тут такие странные вещи происходят. У меня чел за мной ходит и с рожей открытой почему-то бегает. У меня поход завершился. Но я хочу поздравить тебя, так как у меня он завершился раньше. Буквально на 10 секунд я уебался с этой хуйни, на которую забрался. Бля, нам походы противопоказаны, но я выиграл. Получается, на 10 секунд. Ну а теперь дождик среди ясного дня. Enlisted. Enlisted — это бесплатный военный шутер с масштабными сражениями, в котором ты ведешь за собой несколько уникальных солдат в легендарную битву Второй мировой войны. И даже если тебя убьют, ты все равно останешься в эпицентре войны. Выбирай разные специализации отрядов и выполняй тактические задачи. Ты можешь установить штаб для возрождения команды, построить пулеметную точку, прорвать оборону врага на танке, засыпать позиции противника ракетами с самолета или зачистить здание из огнемета. В Enlisted десятки единиц уникального оружия и техники. Уже сейчас в игре доступно вторжение в Нормандию, битва за Москву и битва за Берлин со штурмом бункера Гитлера. Битва ощущается реалистично благодаря передовой графике и разрушаемости. Ты можешь играть сам или в отряде с друзьями. Качай Enlisted бесплатно по ссылке в описании и забирай бонусное оружие и солдат. А также 3 дня премиум аккаунта. Почему у меня курсор мышки?
Почему, блядь? Меня обнаружили где-то. Насрать на твою мышь. Как насрать на мою мышь, если она... Я вообще не могу управлять. Да это не такой важный в этой игре предмет. Охраняйте заряды. О, да вот, ёбаный, вот. У меня мышка все равно не починилась. Артём, в чем твоя проблема? Играй без мышки. Ну, у меня курсор. У меня курсор. Ну как? Ну давай. Как ну, робот давай. Буду двигаться? Мне надо. Просто встать. Надейся, найди такую позицию, которая подойдет для тебя. Вот, в принципе, здесь неплохо будет. Mm-hmm. Но если что, я буду стрелять по ногам. Давай попробуем. Ну блин. Блин. Одно. Капкан на месте. Как извиниться? Опа. Одного обоссал. Где ты его вообще нашел? Я тоже хочу помочь обоссать. Я хочу быть полезным для игры. Никого. Слушай, ну тут противники везде кишит. А я хочу наверх. А я хочу на крышу вообще. Я просто как хочу забраться, Подскажи, я тоже хочу. Нашел, подошел. Вот я не хочу на крышу. Я тебя видел. Да, я уже понял. Я хотел сказать, что может не надо на крышу. Плохая идея, кажется. Алло. Здорово. Здорово, Тоха, здорово. Че делаешь? Ой, да вас стримил только что 10 часов. 10 часов? Ага. А я вот, смотри, я тебя транслирую. А у тебя что за 10 часов получилось? Что стримил? Да, игрульку одну посоветовали, я в нее что-то залип прикольное. Ой, бля, я же сдохну, я же... What the fuck? Я боюсь шевелиться. Может быть, даже если я задену воздух, я теперь умру. Я не знаю. С такой удачей, может, в контре кейс откроешь. Ага, пиздун. Не утруждайся, не кидай это для себя. Прям под ноги, охуеть. Прям поужинал. Держу. И пообедал еще. А покакать не надо. А вот и завтрак подъехал, блядь! И вообще, почему все в обратном порядке мне подъехало? Я не могу понять. Сайт. А. Я живу наоборот. У меня на жопе рот. И даю я воскресенье. Вот такое вот веселье. Вы не понимать алгоритмы. Давай. Что ты меня забайтил, блядь? Давай. Если не зассал, давай, докажи, что не девочка. Давай. Я не буду, я Green не хочу. Go. Слава богу, он не загрузился. Боже, слава богу, а. Так. Внимание, теперь посмотри на меня, который зашел в спину. И так дешево проебал преимущество. Надо восстановить справедливость. Ну, пошел. Второй раз. Нет, чувак, ты тебя талант. Ей-богу, блядь, ты снова поменять позицию? Молчи, пошумел вас. Знаешь? Молчи. Принимаю решение ехать по бездорожью. Принимаю решение ехать только по карте. Чуть-чуть еще правей. Практически выехали на дорогу. И ты практически пошел нахуй за малым. А, нет, все-таки пошел. А что такое? Что там происходит? Убьешь нас, потому что, блядь, раз. Никого не видно. Ну мы не знаем, где они. О, а город большой перед нами. Ну, мне кажется, мы знаем, где они. То куда? А я посъебал. А, кстати, я не сливаюсь с кустом из-за того, что я по цвету другой. Я не ты. Смотри, опа. Тоже. Держи. Опа. План перехваст. Перехват. Стреляй. Ты вот попал? Вот и все. Ебать. Машина теперь едет. К нашей тачке подъехала.
пиздож. Вижу. Не попал. Тоже не попал пока что. Ебать. Попалась. Добить. Ты попал, добить, я попал, добить тоже. Вась, аккуратно, машина, придурок, ну ты же видишь. Ну вот да, у меня двери какие-то есть, надо все повыкидывать, блядь. О, Марина, лава там, я хочу подоскинуть, лава вся, дерьмо не нужна. Выкидываем нахуй все. Так. Золотой меч в пизду. Огненный стержень в пизду. Ну и меня заодно тоже, спасибо, долбай. Кстати, в конце хочу сказать, что на канале Ланин вышло видео с моим участием. Это мафия в CSGO. Идея очень интересная, рекомендую заценить. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а пока, всем пока!